Маркировка товаров по программе «Честный знак» является существенным испытанием для многих компаний на российском рынке. Оказывая влияние на всю цепочку поставок, маркировка существенным образом влияет на процессы компаний, изменяя их и добавляя новые. Для поддержания позиций на высококонкурентном рынке компании заинтересованы в максимальной автоматизации процессов прослеживаемости и маркировки. Но как автоматизировать процессы маркировки наиболее оптимальным и эффективным путем? С 2015 года мы занимаемся автоматизацией процессов маркировки для международных и российских торговых компаний. Понимаем всю специфику, осознаем сложность и комплексность подобных проектов. Для проектов по маркировке по программе «Честный знак» мы предлагаем собственные решения, которые закрывают вопросы в части автоматизации процессов прослеживаемости, интеграции и отчетности перед регулятором. Мы работаем с широким перечнем технологий и готовы реализовывать решения как на базе корпоративных учетных систем, таких как SAP ERP, так и на базе облачных платформ, таких как Microsoft или Amazon, используя все преимущества cloud-native подхода. Наше решение строится на модульной основе, что позволяет гибко адаптировать функциональность и масштабировать производительность. Помимо решений, мы также предлагаем перечень сервисов, такие как интеграция с оператором ИДО или разработка мобильного приложения для работы с кодами. Тем самым мы предоставляем комплексный подход к автоматизации маркировки. В перспективе последующих 5 лет требования к маркировке неоднократно поменяются, и компаниям потребуется пересматривать свои процессы и менять уже отработанные схемы. В компании Tieto Evry мы стремимся поддерживать наших клиентов на этом нелегком пути и предлагаем комплексную поддержку наших решений, включая формат 24/7. В России и странах СНГ наша компания работает уже более 25 лет. За это время наши международные подходы неоднократно доказывали свою эффективность. Производственные и бытовые компании – ключевой сегмент для Tieto Evry в России, поэтому нам важно поделиться опытом и донести свое видение автоматизации процессов маркировки. Свяжитесь с нами, наши специалисты будут рады вас проконсультировать и помогут определиться с оптимальным решением для вашей компании.